так быстро увеличивается количество? Здравствуйте, я Шуга. Я в студии. Студии. Недавно я оборудовал ее. Да, я в студии. Я был занят многими другими делами, поэтому мне потребовалось много времени. Я купил новые колонки. Вот и студия. Сколько ты будешь проводить в Live? Ну, я просто запустил эфир ненадолго. Есть те, кто учится. Это не настоящий барабан, а электронный. Он электронный, не звучит. Это электронный барабан. Я хотел поиграть на нем, поэтому и купил. Да. Я сегодня поработал, а потом у меня реабилитация. Шел дождь, на улице радуга. Сегодняшний TMI, мне нечего вам рассказать. Я пришел на сеанс реабилитации. Хотите, чтобы я показал вам свою комнату? Здесь немного бардак. Я только-только расставил все по местам, а здесь все еще беспорядок. Поэтому я покажу вам свою комнату на V-Live, когда она будет приведена в порядок и обустроена. Пыль. Я еще не закончил. Нужно поставить несколько шкафов и все такое. Не успел доделать мелкие детали. Я еще не ел с обеда. Твое плечо теперь полностью восстановилось? Не то чтобы полностью, но я хожу на реабилитационные занятия и в больницу. Да. Будь здоров. Сейчас мои плечи не очень болят. Я регулярно хожу в больницу и на сеансы реабилитации.
Чем вы все занимались? Кто-то написал, что только что вернулся домой после работы. Пора идти домой, но после работы я пришел в свою студию. На дорогах было много пробок, потому что всем уже пора домой. Работаю допоздна. Кто-то написал, что сдал тест на ковид. Я пью пиво. Уже настало то самое время, сейчас 19:30. Ладно. Я еще не ужинал. Многие из вас спрашивают, ужинал ли я. Я немного проголодался. После реабилитации... Пойду поем. У тебя все хорошо. Я хожу на сеансы реабилитации и на работу. Довольно хорошо. Permission to dance уже вышла, поэтому у нас промоушен. И... Может показаться, что это не так, но мы были очень заняты. Permission to dance отличная. Permission to dance классная. Я просто... Запустил эфир, потому что мне захотелось. Да, жарко. В Корее очень жарко. Сейчас только середина июля, а на улице 33-34 градуса. И еще очень влажно. Сейчас очень жарко. Я еще не ужинал. А вы? Что вы ели? Конгуксу. Вау, звучит аппетитно. Это очень вкусно. Я люблю конгуксу. Я больше не красил волосы. Цвет просто смылся. Мои корни отросли, и... Я больше не красился. Цвет смылся. Вот как все выглядит, когда смывается синий цвет. Могу ли я играть на гитаре? Давно не играл. После операции на плече вообще не мог играть. Я снова пытаюсь. Но привычки очень значимы. Мои руки не привыкли играть на гитаре, потому что я так давно к ней не прикасался, но я пытался снова взять ее в руки. Что я делаю сейчас? У меня скоро сеанс реабилитации. Поэтому я в компании.
Я занимался спортом. Мне сказали, что я должен думать об этом как о чем-то долгосрочном. Я могу работать плечом, но чувствую небольшой дискомфорт в области конца лопатки. Видимо, на восстановление требуется время. Все еще немного дискомфортно. В какой цвет я покрашу волосы в следующий раз? Я еще не думал об этом. В какой бы цвет я ни покрасился, как только он смоется, волосы станут такого цвета. Что-то вроде бежевого. Кто часто красит волосы, тот знает, но... Я отращивал волосы, но было так жарко. Поэтому я немного подстригся. Я как-нибудь покажу вам свою комнату, когда тут будет порядок. Она еще не готова. Пол немного грязноват. В Корее сейчас сезон дождей или нет? Не думаю, что сейчас сезон муссонов, но кажется, он приближается. Слышал, что на этой неделе будет еще жарче. Смотрел ли я футбольный матч? Я не смотрел Евро. Только слышал о результатах. Я их не смотрел. Сейчас идет финал NBA, поэтому я слежу за ним. Планы на отпуск. Будет ли он у нас? Не помню, чтобы брал отпуск летом. Хотите, чтобы я показал вам свои мышцы? На моем лице они тоже есть. Да нет у меня никаких мышц. Я не занимаюсь силовыми тренировками. Откуда взяться мышцам? Кроссфит? Нет, я никогда не пробовал им заниматься. Откуда он пришел? Состояние моего плеча недостаточно хорошее, чтобы я мог заниматься кроссфитом. Откуда он? Я занимаюсь реабилитацией и некоторыми силовыми тренировками для плеча. Кроссфит был бы опасен для меня сейчас. Люблю ли я кофе? В последнее время я не так много его пью, только декаф. Я стараюсь не пить кофе, потому что кофеин не так уж полезен для меня. Я попробовал немного кофе после того, как не пил его после операции на плече, и был поражен, как плохо я себя чувствовал потом. До этого момента я не думал, что все так плохо, поэтому сейчас я пью только декаф. Поскольку сегодня я ненадолго запустил V-Live, мне нужно будет идти, как только наступит 20 минут. У меня кое-какие дела. Я приехал на сеанс реабилитации.
Вам не нравится COVID-19? Мне тоже. Не думаю, что он вообще кому-то нравится. Хотите, чтобы я порекомендовал песню Permission to Dance? BTS. И Butter. Рекомендую эти две песни. Динамит вышла в прошлом году. Как и Life Goes On, поэтому, пожалуйста, слушайте пока больше эти две песни, которые мы выпустили в этом году. В старшей школе семестровые экзамены. Семестровые экзамены. Давно я не слышал этого слова. Семестровые экзамены. Около 10 лет. За какую команду NBA я болею? Команда, за которую я болел, проиграла в первом раунде. Так что теперь не важно, кто победит. Я не уверен, чем бы сейчас занимался Бан Пиди. Ты гордишься тем, что являешься корейцем? Почему? Потому что понимаешь корейский? Какая еда тебе сейчас нравится? Что я ел в последнее время? Пару дней назад я ел рамен спустя целую вечность. Как там? Рамен, который не был обжарен. Как? Сушеная лапша? Предварительно отваренная лапша? Неважно, это было так вкусно. Я был удивлен. Так давно не ел рамен. У меня плохо усваивается мука. Знаете, если я ем такие блюда, как чаджимен или чанбом, приготовленные из муки, мне потом целый день трудно переваривать их. Занимаюсь ли я спортом сейчас? Да, у меня есть сеансы реабилитации и кое-какие силовые тренировки.
Уход за кожей? Я никогда не следил за ней. Не припоминаю, чтобы когда-нибудь так делал. Я не пользуюсь тканевыми масками для лица. Я даже не пользуюсь тонером. Только лосьон. Мой дерматолог сказал, что мне не нужно пользоваться очень дорогими косметическими средствами. И что я должен использовать только мягкие средства. Поэтому я пользуюсь лосьоном. Не помню, как он называется. Очевидно, этот ингредиент в косметике мне не подходит. Я всегда использовал очень дешевые продукты. Прошло уже больше 20 минут. Пентхаус. Я не смотрю Пентхаус. Я пытался смотреть некоторые повторы. Но не могу. Мне трудно досматривать дорамы. Кажется, последней дорамой, которую я смотрел, была... Последняя дорама, которую я смотрел, была, наверное, «Небесный замок». С тех пор я не смотрел ни одной дорамы от начала до конца. Я не смотрел «Незнакомец 2». Наверное, если бы я начал, мне пришлось бы сесть и посмотреть все. Поэтому я не смог бы. Я держался за колени, выглядел так, будто мне было больно в клипе. Мои колени в порядке. Возможно, это просто моя привычка. И я вздыхал. Тогда был жаркий день. Хотите, чтобы я снова запустил вела в ближайшее время? Хорошо, как только... Я постараюсь показать вам свою комнату в ближайшее время. У меня скоро реабилитационный сеанс. Так что мне пора идти. В последнее время я не ем много токпоки и чаджамён. Если я ем токпоки, то стараюсь есть токпоки из риса. Я плохо перевариваю муку. Я не иду заниматься спортом. У меня реабилитация. Сеансы реабилитации очень скучны. Это борьба с самим собой. Я так и делаю. Медведь позади меня двигается, вау. Пожалуйста, сделайте скриншот и покажите мне это потом. Ну да ладно, мне правда сейчас нужно заниматься. Так что да. Я постараюсь показать вам свою комнату как можно скорее. Мне пора идти. В общем, ребята, мне пора. Вкусного вам ужина. На улице жарко, поэтому следите за своим здоровьем. Пока!